в государственном бюджете на этот год предусмотрено 200 миллионов гривен в рамках данной программы. В ней могут участвовать все города Украины. Нам стало известно о заседании, внеочередном заседании комиссии в Киеве 13 числа. И 14 числа мы уже прибыли в Киев и презентовали наше видение касательно строительства арены в городе Одессе. Государственный бюджет определяется ежегодно, и сегодня Кабинет министров рассматривает долгосрочное планирование государственного бюджета. Мы надеемся, что, как и другие государственные программы, в рамках которых выделяется строка по субвенциям, в данном министерстве сохранится и будет продолжаться каждый год, и по мере вхождения городов в эту программу сумма, выделяемая государством в рамках данной субвенции, будет увеличиваться. Мы на это рассчитываем. Как будет, мы, конечно же, предсказать не можем. Мы понимаем, что там зеленая зона, там нет ценных пород деревьев, и мы планируем сохранить максимальное количество деревьев в рамках проектируемого объекта, и в случае, если понадобится вырубка деревьев, то будет полностью осуществлена компенсационная высадка деревьев. Место расположения рядом с кольцевой дорогой, с аэропортом, хорошая транспортная развязка, соединяющая разные части города, а также благодаря кольцевой дороге с близлежащими городами. Наличие рядом нового терминала аэропорта позволяет проводить международные рейсы, буквально перейти через дорогу, и вы уже оказываетесь на спорткомплексе во дворце спорта. Это все делает данную локацию еще больше более привлекательны. И это к выносу дворцов спорта из центральной части города сегодня стремятся все европейские города. Вчера было принято решение о начале разработки проектно-кошторисной документации. По оценкам экспертов, о чем говорил профильный заместитель городского головы, это от 3 до 6 месяцев без экспертизы. Мы будем подавать те документы, которые у нас есть, и те решения сессии исполкома, которые мы сегодня приняли, и будем рассчитывать, что на последующем заседании комиссии мы доподадим весь пакет документов. Мы приняли вчера концепцию. Там основные моменты мы указали: виды спорта, количество посадочных мест, количество парка мест, этажность, площадь земельного участка, площадь строительства. Более детально по просьбе депутатов будет формироваться, с учетом мнения общественности и депутатского корпуса, проектное предложение, задача на проектирование. И, естественно, сам проект и проектно-кошторисная документация будет уже создан с учетом всех пожеланий и предложений. Мы подали весь пакет документов, только три документа нами не было предоставлено. Первый документ о возможности города софинансировать в размере 10%. Мы подадим такой документ. Что касается наличие відповідної земельної ділянки з таким цільовим назначенням, ми подаємо такий документ. А также прикладываем к нему сегодняшнее решение сессии отдачи сгоды к самому майбутньому балансоутримувачу получить эту землю с последующим передачей после строительства профильному коммунальному предприятию. Это мы подаем. Что касается кошторисной документации, мы подадим на сегодняшний день момент, что есть решение исполкома, что мы начинаем эту работу, и будем надеяться, что комиссия нас поддержит, и мы сможем эти документы после их разработки и утверждения предоставить. Ну, дело в том, что все виды, в первую очередь олимпийские виды спорта, это у нас приоритеты, а все остальные массовые виды спорта также находятся на втором приоритете. То есть первый приоритет – это олимпийские виды спорта.